В Янауле 30 сентября ожидается пасмурная погода, дожди, ветер южный 6-7 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба, температура воздуха ночью плюс 2, плюс 5, днем плюс 5, плюс 7 градусов. По данным МЧС, по республике ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 6, плюс 9 градусов.